Здравствуйте, драгоценные мои друзья. Ну, в очередной раз о черном колдовстве. Знаете, вот какая беда заведется в поселке, да, в деревне, какая-нибудь черная колдунья. И вокруг нее начинает просто выжигаться. Люди начинают умирать, болеть, страдать, ссориться, спиваться. Животные, растения, прямо, знаете, вот как черная плесень начинает покрывать. И я знаю много таких деревень, поселков, которые вымирают. В городе тоже поселится такая старушка, и подъезд начинает вымирать. То есть из этого подъезда все чаще и чаще гробы, все чаще и чаще подъезжают скорые помощи. Люди болеют, которые еще раньше еле ходят. То есть распространяется вот эта вот действительно инфекция, зараза. Как бы, да, помните, даже в Библии что-то есть, да, там, чародея не оставляй, да, не оставляй в живых. Ну вот, да, вот эти черные чародеи. И я, друзья, каждый день сталкиваюсь с этой вот, с этой грязью. Семьи, да, вот заведется такая старушка, и вот она начинает перекладывать, да, вот буквально сегодня, вот целая история семьи, целой жизни, да, брат и сестра. И вот сестра на брата. Накладывал на его родных, на его близких, перетягивал счастье с его детей на своих, перекладывал болезни, специально приезжала, землю сыпала, что только не делала. Да, вот история целой жизни. И вроде бы у нее все в порядке. Ну, она ушла и утянула, кстати, за собой брата. Через полгода утянула брата. И брат теми же болезнями болел, что и она, что и ее дети. Да, вот перекладывал несчастье. И печально, да, вот печально вот это вот наблюдать, вот это пожирание, когда и своих, и вокруг себя же она это распространяла. Там, где она работала, там, где она жила. Вот это вот, вот эти вот черные колдуны и колдуньи вокруг. Вот оглянитесь на самом деле. Даже их очень много на самом деле. Ну, действительно много. Я вот в этом поселке, где я живу, было такое. Еще несколько мест вокруг. Я знаю, что это происходит настолько часто, что даже как бы, да, вот тяжело на сердце. Люди-то не понимают этого, люди не видят вот этой вот черной заразы. Думают, ну это по-житейски, ну не везет, ну болезни это естественно, да, там экология плохая. А вот изнутри, почему это происходит, почему? Как с этим бороться, да, а всего лишь это осознание и возможность энергетически взять в свои руки свою жизнь, жизнь своей судьбы, научиться очищать своих близких, свою землю. Потому что на самом деле не так они сильны, эти колдуны. Они сильны тем, что вы не знаете. Они сильны тем, что вы не верите в себя и в силу своей души. Вот их сила. А ваша слабость? И готовы ли вы отдать жизнь свою, здоровье свое, счастье свое, материальный поток вот этим колдунам? Ну, похоже, многие готовы. И многие отдают. Вот эта печаль на моем сердце сейчас действительно, потому что понимаю, что как просто все это вернуть себе. Но самое сложное — это расширить свой диапазон восприятия, что вы можете. Вы можете сохранить. Да, вот физически вы как бы свою собственность сохраняете от жуликов каких-то там. Да, но не всегда это получается. Но все равно, да, тут все. Все, жизнь, здоровье, счастье. Болезни жестокие. Ладно, драгоценные мои, вот оно, черная плесень колдовства. Пока, счастливо.